В Саранск прибыли соревноваться сборные 50 регионов, около 400 участников. Наши взяли не числом, а умением. Приехали всего 4 спортсмена, и каждый трижды попал в призы. 8 первых мест. Я улучшил свой прыжок в длину. Вот, и выполнил кандидат мастера спорта на высоту, и в тройном. Тройной не хватило до мастера спорта прям чуть-чуть. В общем, будем дальше тренироваться и улучшать свой результат. У наших атлетов-опорников, входящих в национальную сборную, впереди международные старты. А на подходе целеустремленная смена, настроенная улучшить свои результаты на зимнем первенстве страны, традиционно проходящем в Чувашии. В Саранске один из недавних новичков, Картузов, стал вторым в метании диска и первым в прыжках в высоту и длину. Это была последняя попытка. Ну, я думаю, 50 сантиметров я догоню и буду мастером спорта. Я даже уверен в этом. А по другой дисциплине? По другой дисциплине я практически побил рекорд. Это прыжки в высоту. Вот, я прыгнул 145. Вот в Чебоксары поеду, обязательно этот рекорд побью и попаду в сборную. Оренбуржцы в очередной раз подтвердили, что входят в число всероссийских фаворитов. На счету лидеров из Басарова с Невмариным по 3 медали в беговых, метательных и прыжковых дисциплинах. 15 человек сборная, вот 2 человека с Оренбурга. Вот, и хочется отметить, что вот костяк сборной, по-видимому, уже так там, значит, находился Селезнев, это президент Федерации паралимпийского спорта. Он уже говорит: ребята, в общем-то, надо думать уже про Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, осталось 2 года. И, в общем-то, костяк именно вот сейчас он уже формируется. Вот, тем более, ребята молодые. Остался месяц на подготовку к первенству мира. Оно стартует в Великобритании в начале августа. Анатолий Юденич, Дмитрий Примачек, новости дня.